Одно из направлений деятельности фонда Гейдара Алиева – воспитание детей как здоровых, грамотных, патриотичных граждан. Для достижения этой цели фонд с особым вниманием относится к функционированию детских учреждений на уровне необходимых стандартов. Расположенный в поселке Мардакен Хазарского района столицы ясли-детский сад номер 91 реконструирован в этом году по инициативе и при поддержке фонда Гейдара Алиева. Президент фонда Мехрибан Алиева и вице-президент Лейла Алиева прибыли в дошкольно-образовательное учреждение. Мехрибан Алиева и Лейла Алиева приняли участие в церемонии открытия детского сада. Все работы здесь осуществлены в рамках мероприятий, предусмотренных программой фонда Гейдара Алиева по развитию дошкольных образовательных учреждений. Во время презентации программы под руководством президента фонда Мехрибан Алиева в феврале 2014 года была обсуждена ситуация в этих учреждениях. Обнародованы итоги мониторинга фонда о положении в дошкольных образовательных учреждениях, отмечена необходимость в строительстве новых детских садов. Реконструкция этого детского сада в Хазарском районе является одним из предпринятых в этом направлении мер. Действующий с 1963 года детский сад после реконструкции состоит из двух этажей. Если раньше в этом учреждении воспитывалось 75 детей, то в настоящее время здесь в 10 группах воспитывается 200 детей в возрасте от 2 до 6 лет. Здесь воспитанием и обучением малышей занимается профессиональный педагогический коллектив. В детском учреждении, построенном в соответствии с предпочтениями его маленьких воспитанников, оснащенным цветным инвентарем для обеспечения их комфорта, отдыха и обретения первичных знаний, созданы все условия для выявления способностей и талантов малышей. Для детей будут открыты кружки русского и английского языков. Во дворе детского сада проведена работа по озеленению, установлены развлекательные сооружения для отдыха малышей. От имени жителей была выражена благодарность главе государства Ильхаму Алиеву и президенту фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за работы, проводимые в Хазарском районе, в том числе за строительство нового детсада на уровне самых современных стандартов. Мехрибан Алиева передала жителям свои приветствия. Последние годы по инициативе фонда Гейдара Алиева реализован ряд мероприятий по развитию дошкольного образования. После ремонтных работ, осуществленных при поддержке фонда в яслях детском саду номер 84 имени Шахида Растуна Байлярова в поселке Бина Хазарского района, малыши будут полностью обеспечены комфортом, развлечениями и получать начальные знания. Президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Лейла Алиева приняли участие в церемонии открытия детского сада. Во время знакомства с детским садом отмечалось, что это учреждение функционирует с 1984 года. В мае этого года дошкольное учреждение было снесено, и фондом Гейдара Алиева на его месте построен новый двухэтажный детский сад. Для 10 групп на 109 детей созданы все условия для воспитания и обучения здоровых граждан нашей страны. При создании групп за основу взяты современные правила воспитания и обучения детей. В яслях в детском саду имеются широкие условия для отдыха и развлечения детей. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием. В центре внимания здесь будут стоять интеллектуальное развитие малышей с первых лет жизни, их физическое и умственное развитие, выявление их талантов и способностей, охрана здоровья, обучение общению. Во дворе детского сада сооружены различные аттракционы, посажены разные декоративные деревья, заложена озеленительная зона. Создание подобных детских учреждений в стране еще раз свидетельствует о направленности деятельности фонда Гейдара Алиева, всегда поддерживающего политику азербайджанского государства на защиту благополучия, воспитания и охраны физического и морального здоровья детей, будущей патриотичной интеллектуальной молодежи, и демонстрирует реализацию нацеленных на это системных и последовательных мероприятий.